Первый запуск планера в воздух авиамоделисты называют «пробой неба». Ощутить воздушное пространство в деревне Дегтярева Ивановской области собралось полсотни спортсменов из разных городов и стран. За широкую географию эти соревнования получили негласное название «Славянский кубок». Сегодня традиционно проводится чемпионат России, далее финал Кубка России по F3B и F3G. Сегодня приехали представители, значит, с Москвы, Екатеринбурга, традиционные наши соперники, Оренбурга, Казани и даже с Украины. Соревнования проводились среди планеров категории F3. Под этой категорией подразумевают радиоуправляемые модели. Планеры F3B и F3G рассчитаны для полетов на продолжительность. Такие модели называют самыми массовыми в этой категории. Здесь летают только на продолжительность и на точность посадки. Значит, нужно пролететь 10 минут и как можно точнее посадить в посадочный кружок. Авиамоделисты рассматривают этот вид спорта не как увлечение. Многие из них принимают участие в европейских и мировых чемпионатах. Спортсмены сетуют, что зачастую в России к авиамоделизму относятся недостаточно серьезно. В Европе это значительно более популярный вид спорта. Например, в Германии там тысячами человек измеряются участники. Вот. Ну и, соответственно, уровень там значительно выше. На этот этап соревнований спортсмены приехали не только за кубками и медалями. Здесь будут отбирать авиамоделистов для включения в сборную России. Выберут 6 человек. Судьи уверены, что среди них обязательно будут представители Ивановской области. Анастасия Николаева, Артем Алиев, РТВ Иваново.